Всем привет! Вы на канале видеообзоры for Kids. И сегодня я вам покажу, как сделать самодельные наклейки из пергаментной бумаги. Нам понадобятся сами картиночки, заготовочки, которые вы нарисуете. У меня, например, это щенячий патруль для коллекции нашей. Также ножницы, скотч желательно широкий, но я нашла только узенький, но ничего страшного, тоже подойдет. И, конечно же, сама пергаментная бумага. Итак, для того, чтобы начать делать наклейки, нужно взять небольшой кусочек по размеру наших наклеек, немного отступив. То есть возьмем вот такой где-то кусочек пергаментной бумаги. Отрезаем. Это откладываем. Далее. Немного выровняем эту бумагу, чтобы она не закручивалась вот так вот в обратную сторону. Теперь нам нужно наклеить скотч на эту бумагу. Так как он у нас узенький, то нам понадобится несколько полосок. Сначала отрежем заготовочки. Так, ну клеить можно с любой стороны. Она у нас продолжает закручиваться. Вот так лучше. Приклеиваем первую полоску. И так надо наклеить еще несколько, чтобы покрыть всю эту пергаментную бумагу. Клеим еще полоску. Аккуратненько. И еще. Вот поэтому лучше использовать широкий скотч. И последняя маленькая полосочка. Далее, вот здесь у нас все заполнено уже. Все покрыто скотчем, полностью вся-вся поверхность. Кладем теперь сюда наши рисунки, наши заготовочки. Можно даже вот так немного приклеить, чтобы не ерзалось по столу. Кладем ровненько и еще раз сверху покрываем. Очень-очень аккуратно, чтобы ничего не съехало. Если считаете вы, что вы не совсем нормально наклеили, можно еще один слой. Например, здесь у меня вверху немножко еще нужно наложить слой. И далее, не знаю, видно ли вам, я надеюсь, что видно. Продолжаем тоже заполнять всю поверхность наших наклеечек. Вот так. Получилась вот такая заготовка. И теперь, что мы делаем, это, конечно же, вырезаем. Вырезаем наши наклеечки. Отступим немного от края, где-то вот так, чтобы лучше приклеилось и чтобы лучше держалось. Но расстояние это должно быть примерно одинаковым на каждом краю. Ну, в принципе, это будет не страшно, если что-то здесь будет где-то больше, где-то меньше. И теперь смотрите, в чем смысл наклейки. То есть мы снимаем вот эту пергаментную бумагу, которая осталась внизу. И она очень-очень хорошо отходит от скотча. Главное найти вот этот край. Вот, я нашла. И теперь спокойно снимаю. И здесь с этой стороны, я надеюсь, вам видно, это уже просто выглядит как обычная наклейка.
Но пока заклеим назад. Вот такого плана можно делать наклеечки самодельные с любыми совершенно рисунками, не только для бумажных сюрпризов, но и просто для себя, и клеить куда-то. Также можно не именно рисовать, если вы не хотите рисовать или нашли какую-то просто картинку красивую, можно вырезать, так же само наклеить, обклеить ее скотчем на пергаментной бумаге. Вот такие получились наклеечки, ребята. Делайте тоже такие. И ставьте лайки, если понравилось. Делитесь этим видео в соцсетях, чтобы показать другим, как можно сделать наклеечки. Всем пока-пока. Оставайтесь на нашем канале.